Теперь кадры, которые уже вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Камера видеонаблюдения в столичном храме мученицы Татьяны запечатлела женщину, которая без зазрения совести присваивает пожертвования. На записи видно, как она заходит внутрь и сразу направляется к церковному ящику. Вооружившись чем-то похожим на вязальные спицы или палочки для еды, воровка через прорезь начинает ловко извлекать купюры. Добытые денежные знаки моментально исчезали в ее сумке. Собираются ли священники писать заявление в полицию или простят похитительницу, неизвестно.